Семена капусты брюссельской геркулес ценятся за возможность вырастить овощи, богатые витамином С. Этот сорт отличается устойчивостью к перепадам температуры. Взрослое растение представляет собой плотный конусовидный стебель высотой 60 см, на котором расположено до 30 кочанчиков. Срок созревания капусты брюссельской геркулес составляет 150 дней. С одного растения садоводы смогут получить до 1,5 кг урожая. Кочанчики состоят из зеленых волнистых листьев. Их можно использовать для диетического питания, приготовления первых и вторых блюд, мариновать. Капуста брюссельская геркулес – это однолетнее растение высотой 45-60 см. Капуста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Капуста брюссельская геркулес имеет позднеспелый срок созревания. Плоды капусты созревают в месяцы сентябрь-октябрь. Масса плодов приблизительно 10-12 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода овальная, цвет плода зеленая. Ягоды можно потреблять на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.